Добрый день, меня зовут Лариса, канал Лоркин Дом, где я выращиваю цветы, вяжу, шью и очень вкусно готовлю. Сегодня я хотела бы рассказать про заправку для салатов. Она подойдет к любому овощному салату. Вот у меня овощной салат, значит, я беру оливковое масло, которое мы часто летаем на Кипр, привозим с Кипра. Значит, столовая ложка этого масла, мед, ну вот я покупаю в Метро башкирский мед. Столовая ложка меда, неважно какого, горчица. Ну, в салат я вот выдавила чеснок, можно добавить заправку сухой чеснок, если у вас нет, значит, лимон, сок лимона столовая ложка, сок апельсина столовая ложка. И винный уксус можно заменить яблочный, 1 треть чайной ложки. Получается такая заправка, кисло-сладкая, острая. Очень приятная для заправки салата. И в то же время, в данный момент зимой, она очень как бы полезна для организма. Тут и горчица, и чеснок, и мед. Так что это очень полезно и очень вкусно. Приятного аппетита!